Привет, геймеры, Мавик на связи. Продолжаем играть с нашей чумовой девочкой Far Cry 5. Это у нас девочка, которая у нас стреляет чем? Луком с рука. Следуйте за тебя Джесс зовут, значит. Его почерк. Джесс прикольная девочка. Заживо. То есть мы должны кого-то выцепить, убить? Сучьи сектанты забирают всех. Сучьи потрохи, я бы сказал. Из бара, из церкви. Им похер где ты. А потом тебя определяют в одну из двух групп. Сильные и слабые. Иаков собирает армию. И тот, кто не может или не хочет стать солдатом, умирает. Прорядить стадо. Так он это называет. Уничтожение невинных людей. Никто не верил, что это правда. Потому что никто не хотел верить. Так куда он так долго бежит? Слушай, ну, как бы дайте мне цель, что мне за тобой следовать? Я хотел бы сразу убить того, кто тебе мешает, да и все. Вот этих, что ли? Есть еще тот, кого мы ищем. Любимчик, очищение. Все, что ты делаешь, он поверил во все, что не себя. Земля примет. Ничего, эта мразь получит по заслугам. Доберитесь до выгодной позиции вместе с Джесс. Насколько она выгодна, я не знаю. Ну, давай. Иди сюда, Джесс. Скажи, она выгодна или нет? Что? Освободите пленника в лагере. Осталось. Сейчас сделаем. Твою мать, его нигде нет. Зато я вижу пленных. Обращаюсь. Да чё за хрень? А? О, нет! Похоже, тихо ты не умеешь. Оружие хрень, короче, у меня вот это. Давайте я возьму. Сменю вот это, мне не нравится, а вот арбалетик возьму. Не арбалетик, а стрелы. Будем вдвоем стрелять. Ну и что дальше? Освободите, где мне освобождать их? Теперь они не смогут напасть. Если выберусь отсюда, найду всех, кто зажал бабло. Ах, вот этих освободить. Эй, пленники, освободи их. Должны. Как? Эй, вытащи меня. Вот бы весточку домой передать. Я не хочу умирать. Как вас освободить? Не бойся. Помоги. Нас кто-нибудь спасет. Я не хочу здесь умирать. Спасибо. Без тебя пропал бы. Спасибо. Здесь есть другие. Их уже в горы. Помощь уже в пути, стопудов. Вытащи меня отсюда. Откуда я знаю, каких... Надеюсь, не в меня целились. Отойди. Цепь надо стрелять. Дерьмо! Скорее! Спасибо, что освободил меня. Есть еще люди. Повар забрал их в горы. Повар их забрал. Повар на еду забрал. Знаешь, почему его зовут повар? Пару лет назад ему поручили расправиться с одной семьей. А почему встряла здесь? Знаешь, почему его зовут повар? Почему? Пару лет назад ему поручили расправиться с одной семьей. Родителями и детьми. Он заставил голодать. Я поддерживаю тебя на все 100.
не давал им ничего. Даже воды. Их мучила жажда, и им пришлось начать пить свою мочу. Эй, что с ним? Он живой. Родители пытались заставить. Но детей рвало. Повар был недоволен. И тогда он вздернул родителей. Что с ним? Пах под палящим солнцем. Но у меня был более круче лук, можно было купить. Там какой-то навороченный, может, не этот, а другой, там желтый или что в магазине был. Ну, не купить, а он у меня есть в DLC. Я что-то слышала. Опять снова выгодная позиция. Их сейчас казнят. Иди, я за тобой. Помни, если они нас заметят, то убьют пленников. Да уже как бы забить рек. Использовать трос. Нужно остановить их, пока он еще жив. Я тебя спасу. Блин, не успел спасти. Ну, я думаю, она живая. Сейчас будет у нас опять. Снова. Нужны деньги? Конечно, нужны. У слабых свой путь. Очень скоро ты это сам поймешь. Так, осталось... Ну, блин, а как-то... Что, не получилось? Сейчас казня. Иди первый, я за тобой. Помни, если они нас убьют, пленников убьют. Не убивайте пленников. Эй. Так что, пленников убили? Или все-таки нет? Эй, ты! Помоги! Я думал, мне конец. Спасибо. Спасибо. Боже, остальных забрали в яму. Какую яму? Так, Пошли. Какую яму? Какую яму забрали, мазафака? Эй, подойдешь на секунду? А, вот этого освободить. То есть, вы здесь рассредоточены. Нас было больше в этой яме. Он сожжет их. Он сожжет их всех. А где, бляха, ваш всех искать? Осталось пленников один. Трех. Вот бы метку какую-то поставили, я хрен его знает. Крикни, спасите, я не знаю, ну что же это? Как тебя найти еще третьего? Засранца, освободите пленников.
Господи, говори Пума Фас. Повели в пещеру. Ладно, повели в пещеру, значит, слева где-то. Слева и справа. Кто-то побежал здесь, поплыл. Так, этого мы спасли. Значит, сюда налево. А на карте у нас пленников покажут. Хрен там. Хрена с два. Блять, он здесь не глубоко, он плывет. Это просто какой-то... Крэш. Ну, пленников спасти, и что дальше, блядь? Я уже матюкаться начинаю. Скотина. Ты спас мне жизнь. Как ты здесь оказался? Тебя же здесь не было. Бляха. Пиздец. Ребята, ну вот здесь без матюков просто не обойтись. Полный пиздец. Повар вздернул родителей и решил дать детям немного воды. И потом спросил, хотя бы они есть. Дети, конечно, хотели. Умоляли. Повар предложил им свинину. Они согласились. Он подошел к родителям. Снял... Чушь какую-то несет, блядь. А мне кажется, что она вообще какая-то обдолбленная. Один поросенок пошел на базар. Поросенок. Так, одну секунду, надо паузу нажать, уже жарковато становится. Мне тут чешут про поросят всяких. А, центр клык. Мы сейчас можем еще и медведя зафрактовать себе. Но мы идем, конечно, не в ту сторону. Ладно, хрен с ним. И что, вернемся? Повар широко улыбался. Блин, он тут тоже... Она точно ебнутая, я вам говорю. Следуйте, Джесс, она вообще невменяема. Ну, бляха, ну зачем за ней бегать, если нельзя точку... Скоро поросят. Точку дайте мне, куда мне двинуться, я сам добегу. Он рассмеялся. Это и больная, короче, родители. Дайте я стрельну, а? Скоро поросят не осталось. Ой. А теперь спасем. Он рассмеялся. Что ты дурная просто. И поджег тела родителей. Воздух наполнился сладким запахом горящей плоти. Я тебя даже здесь обогнал. Ох, и дебильная же это. Ёла. Инчикачка. Наконец-то дали мне точку. Подберемся поближе. Слабые, грязные, недостойные. Вот он, сраный пух. Их души увязли в грязи. Твою мать, их уже жгут. Слабые, грязные, недостойные. Он приготовит их в огне. И я побежал. Гори! Гори!
Да бляха, я же ему в голову стрельнул. Эта мразь заслуживала худшей участи. Ой, помчик, я тебя убил. Сори. Подгорело я немного, но ничего. Малышка. Что теперь? Что ж, вот и все. Дач был прав. Повар мертв, и я ничего не чувствую. А ты больная курица на всю голову. Ну, вот и все. Пустота. Ладно, Дач был прав. Повар мертв, и я потеряла смысл жизни. Блюдо, которое подают холодным, выполнено. Так, теперь в составе отряда новая курица. Давайте выбираем, назначаем. Я соскучилась по убийствам. Погнали. Посмотрим, ты соскучилась. Ну, Пума пока месть у меня лидирует. Самое лучшее. Привет, помощник. Подружиться с моей племяшкой непросто. Но если тебе нужен кто-то, кто делает все быстро и тихо, это она. Пригляди за ней, ладно? У нее была тяжелая жизнь. Племяшка, какашка. Нам гости. Так а где ты? Я не понял, куда она убежала? Где эта обезьянка? Девочка-обезьянка. Ах ты ж, вот ты, слушай, ну ты действительно хитрая. Окей, ладно, значит, задание новое. Доктор, разбежав все стада. Так, а о чем мы? Нет, а пока мы это не выполним. Так, ладно, здесь у нас 12, 4, 14, разбежавшись так-то. Если пока мисс мы ничего не... Да нет, подождите, дайте я на карту двинусь. Порт Ампер. Не обязательно там брать, короче, задание, если можно... Это Аделаида из Марины! Тут повсюду сектанты! Так. Порт Ампер. Медвежонка спасем. Вертолета нет рядом, блях. Короче. Это Уэйд из центра Квик. Сектанты забрали всех животных, но... Хорошо, я понял. Все, побежали медвежонка спасать. Где, куда бежать? Медвежонок. Кстати, метки белые, понимаешь, ярко-желто, но пусть красные будут, ничего не видно. Вот на земле оно 530 метров, вот куда хрен его знает. Все, я прыгнул. Давайте, я прыгаю. Главное вовремя успевать с парашютом раскрыться. А с парашютом здесь раскрыться, конечно, проблемка иногда бывает.
нет зажигалки? Моя сломалась. Тебе повезло, что я рядом. Серьезно? Это самые злостные охотники, которые в балаклавах. И тоже, между прочим, стреляют с луков. Не, все, пострелял, засранец и уехал. А где эта скотина, короче, баба? Прибежала. Восстанавливай меня. Нет смысла при... Да, видите? Все, блядь, вынесли ее. Оживи. Да ну нахер, короче, блядь. Мне тут помощь нужна. Помощь, блядь. Пума мне нужна. Помощь. Нужна их. Ебать, какие-то конченые у меня помощники. Вот единственный зверю можно довериться, это пуме. Все. Ну тебя нахер, короче говоря. Сейчас займемся тем, что возьмем пуму. Мне есть чем заняться. Пиздуй, короче, отсюда. Вали отсюда. Где моя пума? Киса, киса, киса. Слабость поразила наш мир. Сила — единственный путь вперед. Яков Сидь погиб. Не достает писец. Он научит нас защищаться. Он сделает нас сильными. Я помощник вашего сверхсепрата из управления шерифа округа Холмс. Я буду тренироваться, убивать и приносить жертвы ради отца. И поэтому надо... Так, вас здесь дохрени. Не-не-не. Берегись!
Твою же мать. А где-то пострелять сейчас надо. Ну-ка. Где-то там. А? Центр клык освобождено. Где наш клычок здесь? Фанк центр. Фейнг. Финч. Please do not feed animals. Welcome. На нашу бизнес-площадку. Заблудился, что ли? Так, а где бедыжона, которого приласкать ну нужно? Давай, давай. Твое лицо мне знакомо, но вот кто ты? Это что такое? Что за хрень? На меня охотник вышел. Бляха, и пума рядом была. И не спасла меня. Ну вот такая игра состоит из разных нежданчиков. Вот вроде ты выигрываешь, тебя раз, отравили, еще что-то сделали. Нам не сбежать. Маршал. Этот мир слаб. Мягок. Мы забыли, что значит быть сильными. Раньше герои были богами. Теперь они безбожники. Слабые, жалкие, больные. Мы позволили слабым править сильными, и теперь удивляемся, что почему-то сбились с пути. История знает цену жертвам. Мы пронеживали стадо, чтобы стать сильней. Раз за разом. Платили жизнями меньшинства за благоденствие большинства и выживали. Но забыли об этом. А сейчас нам
пришел счет. Сейчас коллапс уже близко. И жизни меньшинства перевесят жизни большинства. И когда народ, не ведавший голода и отчаяния, познает безумие, придем мы. И мы проредим стадо. Мы сделаем, что должно. Убейте последнюю жертву, пока время не истекло. Как я ее убил? Знай свою роль. Тебя, что ли, убил? Отлично. Из меня подопытного кролика делают? Да, проредим стадо. Шевелись. Труд, охота, жатва, жертвенность! Жертвуй слабый. Торопись. Милай, я их вижу. Вперед. Здесь не один день. Уокер, открой окна. Да, сэр. И вырубите долбаную музыку. Блин, это Салли. Давно он у них. Зачем нам это? Одни трупы. И все-таки проверь. Вечно я проверяю трупы. Твою мать! Что? Вот, черт. Тут живой. Уокер, подгони тачку. Да, сэр. О, боже. Прости меня. Помоги ко мне. Илай, это... Ага. Откуда здесь взялся помощник? Видно, Яков любит не только нас. А ты крепкий орешек. Мы тебя вытащим. Мы повезем его в логово? А куда еще? Тэмми будет недовольна. Не думай, Тэмми, она поймет. Логово, 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 лозы, логово. Терри, какие-то индейцы меня, походу, нашли. Выбей-ка это. Я только не понял, кого мы убивали, или хороших, или плохих. Но, походу, мы хороших. Ты что, в конец долбанулся? Успокойся, мы с Уити решили. Ах, вы решили? Эй, я тут максимум наблюдатель. Толстушка. Это глупо. И очень опасно. О чем вы думали? А что мне было делать? Бросить его. Тэмми. Он торчал там целую вечность. Люди потом меняются навсегда. Я знаю. Ему нельзя верить. А тебе говорили так же. К счастью, я не послушал. Это не обсуждается, он нам нужен. И хватит об этом. Понятно?
Ты прав. Она все поняла. Вали! Меня-то за что? Я серьезно. Ты нам нужен. Отдыхай пока. Привет! А ничего, что в ногу меня прострелили, и сейчас я нормально стою, без не окровавленный. 18-й год внизу. Так, мир слаб. Новое задание. Эй, тебя Элай ждет. Иди поговори с ним. Мне в магазин срочно надо оружие сменить. Сейчас это слишком опасно. Не нравится мне эта вся хрень оружия. Которое мне сейчас... Ну, кроме револьвера. О, магазинчик. Значит, что я сейчас хочу взять? Попробовать. Если из вкусного есть оружие. Оружево. СВД. Вот это вот неплохое. Правда, урон небольшой. Темное время. Но можно попробовать. Скорострельность 8. Так, урон. Удобство 3. Давайте вот это вот возьму. И что мы сюда можем пристроить-то интересное? Увеличенный магазин. Да. Увеличенный магазин есть и... Удобство уменьшается тогда. У нас сейчас без. А надо ли нам вообще этот прицел? Так, точность и удобство. Я думаю, не нахрен он надо, короче. Прицел. И так, в принципе, неплохо стреляет. Блин, выглядишь дерьмово. Да и ты не красавец. С кем поговорить? Персонажа, да, с тобой? Мы следили за тобой, помощник. Да, чё ты понравился. Ладно, давай к делу. Хорошего солдата я вижу сразу. Мы здесь совсем выбиваемся из сил. Если так будет и дальше, вряд ли сможем продержаться больше недели. Отчаянные времена наступили. Нам требуется больше опорных пунктов, так что я отправил парней в туристический центр. Сектанты устроили там хранилище блажи. Но ребята попали прямиком в ловушку. Их взяли в заложники, и время у нас на исходе. Если я отправлю за ними еще один отряд, мы рискуем потерять все... Постой! Да. Так вот... Если я отправлю за ними еще один отряд, короче, хорош пиздеть. Все. Но... В общем, эдемщики захватили в заложники наших ребят в туристическом центре. Помоги мне их освободить. Хорошая ночь, чтобы умереть. С Т4 было бы проще. Может, я была с тобой немного риска. Я не извиняюсь. Просто признаю. Я не доверяю чужакам. Но Элай говорит, что ты ничего. Пока что я буду считать так же. Покажи, чего стоишь. И мы с тобой подружимся. Черт! Так что? Что за черт? Дружить будем. Значит, тебе лучше. Да. Подружимся. Ладно. Итак, вот в чем дело. Уити хочет включить пиратскую станцию. Илай, он сказал, что это поможет координировать действия. Но я думаю, он просто хочет ставить свою музыку. Мы так уж и быть разрешим. Беда в том, что он не может поймать сигнал. Нам сообщили, что сектанты глушат весь район. И сказали, каким образом. Похоже, два глушителя стоят на вышках, а третий у мобильного патруля, следящего за дорогами. Захвати две вышки. У нас будет сигнал, который покажет мне, где патруль. Я скажу тебе, где его искать. Сделай это. И, может, завоюешь мое доверие. Боится диких зверей на
Два у нас задания. Радиовышка и... Жидная, так, пропавшие без вести сначала. А вид след... Так, отследите. Еще и третье задание. Это Луна. Есть минутка? Давай. Выживальщики давно были готовы к войне. Закидывай. Илай проследил, чтобы у нас повсюду были нычки. Пушки, патроны, все такое. Мало ли что случится, верно? Но так получается, что припасы нужны нам здесь, а не где-то в бункере. Погоди. О, ты-то мне и нужен. Да ёб твою мать, окей. Давай рассказывай. В общем, так. Пропустите и сразу в дело. Что, ладно, извини. Иди к вышке Джефферсона и забери карту тайников. Нам нужны припасы. А как мне из логова выбраться? А? Из логова как выйти? Засранец. Главное, никому не рассказывай о логове. Хорошо. О, ты познакомился с Илаем? Теперь, если окажешься в горах, будешь обеспечен всем, чем нужно. Но я все равно буду за тобой приглядывать. До связи. Валяй. А что нам по сюжетке надо сейчас сделать? Пропавшие без вести. Так, и затем у нас подготовка сразу и радиовышка. Все три задания сделаем. Голем и автоматик уже вижу. Очки навыков уже получены. Серьезно, так быстро? Так, стоимость доступна. Костюм крыло нахер надо. Гроза транспорта. Ассасин тихий бег. Вы можете намного быстрее перемещаться, прыгнув, включая режим аркад. Вы быстрее изготавливаете предметы. Стоимость получаете навык серии атак. Бросок оружия быстро. Это. Вы меньше шумите при ходьбе, беге и приземлении. Ну, для моих бойцов что-нибудь давать? Ну, хрен его знает. Вы можете бесшумно открывать сейфы, двери, без ключа карты с помощью X. Давайте. Помощник, это Илай. Вижу тебя. Тут повсюду камеры. Центр впереди кишит сектантами. Осторожней там. Всех наших, так что не попадайся им на глаза. Проберись по сточной трубе. Тихо и спокойно. В новом мире всем есть место. Нужно только поверить. Блин, тебя обнаружили!
Спасибо. Спас дьявола. Скорее, отправляйся туда. Помоги! У меня перед тобой в долгу! Двоих ребят схватили в туннеле глаз сокола. Это значит, их отправят в пасть дьявола. Осталось еще... Еще один внутри! Внутри чего? Если уж покупать пушку, то сразу качественную. Спасибо, помощник. Нас было больше. Всех забрали в пасть. Плохо дело. Двух ребят забрали к пасти дьявола. Если демщики нас обнаружат, это конец. Иаков готов на все, чтобы выйти на волчье логово. Если наши откажутся говорить, их сбросят с утеса. У нас проблемы. Пасть дьявола к югу от тебя. Гони, помощник. Помощник, я хотел узнать, как ты там. На днях мы потеряли два патруля. Вокер, помнишь его? Парень, что заикался. Вот, он пропал без вести. Так что береги себя. Мы без тебя пропадем. Так а я тут при чем, если ваша пропадает? Просто... Просто это ваши проблемы. Так, доберитесь до туннеля глаз сокола. Я тебя понял. Блокпост. We'll be right back.
провалено задание? Бляха. Вертолетик. Придется самому все делать. Уху-ху-ху. Это нормально. Погибло несколько наших людей, но ты сделал все, что мог. Наши явно воспряли духом, и может быть кто-то еще захочет к нам присоединиться. Черт, я знал, что Тэмми тебя недооценивала. Поздравляю. У меня есть для тебя работа. Зайди в логово, как будешь готов. Насчет работы я, конечно, не знаю, а вот... Отличная работа. Мы отнимем у Иакова эти горы, я точно знаю. Мы перехватываем переговоры эдемщиков, и они не слишком счастливы. Теперь нас будут искать с вертолетов. Береги себя и не забывай поглядывать на небо. Разблокирован новое... Так, вооруженный конвой в горах. Разблокировано новое оружие. Эй, даю наводку. Сопротивление получило новую партию снаряги. Говорят, там есть кое-что весьма полезное. В этой машине? Стоять. Хм, странно. Что? И что мне надо сделать? Конвой. Как открыть? Каком кверху. Your meat. Ты мясо. Короче говоря, не давите мою кисю. Будем брать задание новое. Подготовка горы Уайта. Разбежавшееся стадо. Это... Вот, вот так. Вот.
дебилы, грубо говоря. Управлять не умеют. Машиной. Я ж раздерничался, разматюкался, ребят. Но здесь просто по-другому уже нельзя. Привет, братюня. О, чуваки. Здорово. Так, типа, может машину взять? Джон, давайте сбиваем этого Джона. Оу, Джон, оу, Джон. Как мне эту музыку хреново отключить? По-любому будут ругаться, как я тут. Нет. Вот ваш грех. Выйти. И он меня на крюки понял. Вот это засранец маленький. С уроном эта винтовочка, конечно, да, лагает. Вот, а здесь еще и вертолетик есть, ребята. Как мне залезть? У меня просто несколько приложений открыто. Я так чувствую, здесь немного у меня подтормаживает комп. У меня браузер открыт, там еще загрузки, выгрузки. Меня слышно? Это Уити. Если вышка рядом, забери карту. Окей. Запросто. И вертолет заберу. На карте отмечены бункеры. Выбери себе какой-нибудь и вперед. Правда, там могут быть эдемщики. Они хватают людей и сажают их в свои сраные кресла. Не хотелось бы тебя потерять. Так, сесть на вертолет и что? До хижины Купера, до хижины Рэтлера. Доберитесь. Запросто. То есть это до двух точек надо, не выбрать именно одну, а до одной, потом до другой. Так же?
Ой, бля, как-то медленно так спускается. Вертолет. Не-не-не, в кусты, не в кусты. Чётенько, вот я как будто всю жизнь летал на вертолете. Чё за нахер? Толкнуть. Ума, помогай толкнуть. Ич. Бля. Перекинули мы с тобой Пума вертолет. Как же мы отсюда выбираться-то будем? А? Дядюшки Сэм идем. Умри. Тюля, вставай. Не, ищи рядом. Вряд ли он в хижине. Может, погреб проверишь? Нужно что-то под землей. Под землей хижина. Не нашел. В тайнике есть устройство. Когда ты подойдешь, на него среагирует рация. Он под землей, скорее всего. Не в хижинах же нычку делать. Хорошо, сейчас только взломаю. Бабосы пособираю. Какая рация? Вот это, что это? А не играть нахер. Коллекционки. Так, а какая рация? Куда подойти, бляха? Сработает рация. Вижу. Где-то есть. Вот здесь вот. Теперь добраться до хижины Реджел. Ну блин, а вот с вертолетом. Ёб твою мать. Плажа вышла. Так, а может сейчас сможем вот перебросить? Подтянуть за собой.
толкнуть, я не знаю, отсюда толкнуть, с этой стороны. Нет, все. Безнадега застрял. А такой красивый вертолет. Ну как красиво, он в принципе нормальный вертолет, но мне не нравится, как он медленно садился. То есть взлетает нормально, летит прямо медленно, нам бы боевой вертолет. Это было бы, конечно, круто. Какой-нибудь Апачи. А надо нам вообще вот, все это собирать, хрень. Так, я подключился к камере. Тайник где-то рядом. Черт. В твою сторону идет патруль. Поторопись. Я аж притих. Какой под... Раз, два, три, четыре, пять, пять. Там стреляют, да, там стреляют. Ну, кто не поисков? Фикс нас не видит. Ух ты же, бляха. Вынесли чётенько, ну, респект им. Окружили засранцы, окружили. Мы забыли, что значит быть сильным Яковси. Но этот Яковси просто жжёт, конечно. Уже. Ну, небольшой люк. Угу. Ну так, я уже. Окей, побежали. Я уже в кураж вошел.
Что у нас по очкам? У нас что-нибудь новое такое есть из очков? Одно очко. Одно очко на мне, одно очко на Пуму. Похоже на Ниву. Нет, это не Нива, это Ниссанчик. Безмузыкальная машина, вот это вот мне нравится уже, это другое дело. А где они? Черт, смотались такие. Задание провалено. Так откуда я знаю, как они смотались, где они там смотались, куда они там смотались? Я даже не вижу, на чем они уехали. Или убежали ли. Покинуть транспорт. Так, я тебя вижу. Стой. О, нет. Эти мудили обнесли бункер и сваливают. Скорей за ними. Верни наше добро. Быстрее, они же уйдут. Где они, бляха? Там все пиздец. А вот. Они ни хрена я так не догоню. Сам себе ебанул. Пиздец. Ума, живи меня. Ума, блядь. Обезьяна ты. Черт. Смотались таки. Ну, блядь, ну как можно их... А до туда добраться, если ты их просто не видишь, откуда они начинают уезжать, там, где там, как там. Так, я тебя вижу. Стой. О, нет. Эти мудили обнесли бункер и сваливают. Скорее за ними. Верни наше добро. Быстрее, они же уйдут. Сейчас на переход пойдем. Черт. Это не ты был? Цель скрылась. Так, я тебя вижу. Стой. Да пошел ты в сраку, стой, стой. Внесли бункер и сваливают. Скорее за ними. Верни наше добро. Быстрее, они же уйдут. Thank you.
Остановитесь! Пума фас. Наверное, я сменю. Оружие. Так, поговорите с этим волчьим логове. Так, сучьи потрохи, волчьи логовы. А теперь смотрим, могу я быстро перемещаться. Ну только на синей точке. Парашют мне здесь не нужен. В магазин. У меня там оружие какое-то новое открыто. Это что у нас? АБЗ-19. Это с тем, которым мы есть сейчас? Урнот. Скорострельность урон 4. День лютых зомби. Ну, есть. Ну, давайте вот это возьмем. Пусть будет. Раскраска. Да похер, короче, зеленый. Дальность, точность. Магазин. Увеличенный пусть будет. Прямоугольный глушитель 1700. Ваше оружие станет практически бесшумным. Не волнуйтесь, что форма квадратная. Углы не прибавят шум. Посрать, какая квадратная. Пусть будет круглая. Удобство уменьшается. Слушайте, точность. Что мы здесь можем? Дальность увеличить. Дальность, удобство. Спас из Грандвью. Ну, типа да. Только я без гранатомета еще. Если ты раз в неделю принимаешь душ, это твои проблемы. Значит, ты вонючка. О, ты вернулся. Блин,
Слава богу, это добро больше не будет пылиться в бункере зазря. Ты нам очень помог. Не верится, что ты поймал тех парней. Я думал, они свалят. Жаль, что ты такой один. Иначе бы мы уже давно расправились с адамщиками. Спасибо еще раз. Выживальщики всегда начеку. Подготовка. Для тебя есть работа. Помнишь отель Гранд Вью? Дыру, откуда мы тебя вытащили. Ну? Придется туда вернуться. Яков держит там одного из наших, его зовут Брикс. Собирается промыть ему мозги так же, как и тебе тогда. Надеется выпытать у него про волчье логово. Я не уверен, что парень долго продержится. А если он проговорится, нам конец. Так что нужно поторопиться. Кое-кто считает, что лучше просто его убить. Но если убивать своих, чтобы спасти свои задницы, то чем мы тогда лучше Якова? Не, я на такое не пойду. Вот что мы сделаем. Уитти состряпал депрограммирующую запись. Ты ее уже испытал на себе. Я дам тебе кассету, и ты поставишь ее вместо той, которая работает в камере Брикса. Ну, и посмотрим, что выйдет. Если все пройдет гладко, парень придет в себя. Если нет, ну, будем решать, что делать. Раньше, когда не было цветов, получить бесплатно. Сюжетка. Ну, а радиомолчание как насчет Уры Уайт? Мы как бы еще не выполнили. Как у вас дела? Если что, мы еще внизу. Отбой. Привет. Есть минутка? Привет. Нету. Мне вообще надо выходить. Я, блях, вот здесь путаюсь. В этих ваших выходах сраных. Вот выход. Keep clear fire, fire exit. Люби свою снарягу, и она тебе не подведет. Самая надежная вот ума, даже не собака, хотя собаки у меня еще здесь нет. Здесь так разбросано, это просто писец. Ну просто писец. Без вертолета здесь, конечно же, бляха угробила вертолет, и теперь полный трэш. Посмотрим по карте, может быть, где-то есть найду вертолет. Да не, ни хрена. Вертолета нет, значит, будем быстрыми перемещениями дергаться сюда, и отсюда уже побежим на радиовышку. А здесь у нас что? Рыболовня и клатч Никсон какой-то. Хрен его знает, кто он? Мерл Бикс. Регион Якова. То есть, пока мы весь регион не зачистим. Очки сопротивления. Ну, зачищаем. Ну, окей, хорошо. Ладно, уже я так понял, что и сюжетку не пройдешь, пока мы все полностью не позачищаешь. Возможно. Интересно, Far Cry 6, он тоже вот в такой вот манере будет, музыка такая вот легенькая, вот это. Много крови и легкой музыки. Слабые всегда мнят себя героями. За что бы они ни сражались, они считают себя воинами. Они не воины, они дети. Ополчение Уайтэйл не солдаты. Они ничто, а их лидер Элай. Не герой, а жалкий трус. У них нет силы. Они слабы и станут добычей. Ну, практически, да, бесшумно стреляет. Практически. Графон здесь неплохой. Даже не буду прятаться. Нафиг мне прятаться, я хочу посражаться. Уже недалеко. Уничтожь.
все равно как. Главное, чтоб наверняка. Черт подери, росомаха! Чё-то побери, ты... Что с ним случилось-то, а? Ноги. Стрявшие, вросшие в землю. Бывает. А баги, от багов никуда не деться. Привет, Штем. Жаль тебя, конечно, ну что ж поделаешь. Эй, Пума, подожди, ты без меня уже начинаешь. Что-то делать. Уничтожь ты глушитель на первый радио. Если она первая, значит она или одна единственная, или первая, а за ней будет вторая, третья, четвертая, пятая, десятая, 120-10. Так, и как? Ну? А, прыжок, то есть я не могу на нее так просто залезть? Или мне просто ее надо уничтожить? Так, ну, уничтожить только бомбой могу. Больше никак. Уничтожьте глушитель. Показывает, как будто мне надо патроны закончились, бляха. Научусь с видом на отель. Если есть костюм ПВО, он тебе пригодится. Только не разбейся. А если нет костюм крыло? Доберитесь до северной радиовышки. Костюм крыло. Нема костюма крыла. Будем, короче, прыгать так. Хантер или Хантер, охотник. Знаешь, кого жальче всего? Брат. Вот уж кто оказался в настоящем аду. Да, крыло, конечно, да. Здесь бы понадобилось, я так понял, что крылом бы мы здесь долетели до точки однозначно быстро. Возможно, даже быстрее, чем... Да, машину возьмем. Быстрее, чем на вертолете. Хотя на вертолете по прямой можно.
что наверх забраться? Может там или самолет, или что будет? На карте ничего, конечно, не обозначено. Ну а вдруг? А радарная станция. Коми. Не надо. Помощь близко! Грешником не уйти! Нас двоих убили. Блять, ну как ни крути, лазерное оружие самое крутое. Лазерный пистолет, который самый первый. Он быстро стреляет и всех уничтожает. Ептите, веретите. Что значит еретик, ёпта мать? Ах, ты ж козёл. Ума, ты где? Я покину транспорт, я не хочу ничего делать. Я не хочу играть. Пошли в сраку. Да не хочу я играть, ёб твою мать. В этот, гоночку вашу. Очень скоро ты это поймешь, да. Ну ладно, ладно. Что надо делать? Через не контрольные точки промчитесь. Ну окей, ладно, ёб твою мать. Так что...
Юбика как в своем стиле. Watch Dogs Legion. На этом отрезке очень легко разбиться. Он даже не напрягается. На первом этапе гонщика ждет прыжок вслепую. Он приземлился. Гонщик готовится совершить очередной прыжок веры. Почти совпадает с шириной квадроцикла. Шикарная получается гонка. Здесь нужно быть предельно осторожным. Похоже, все в порядке. Дайте мне финиш. Контрольная точка не пройдена. Такого нежданчика я, конечно, не ждал, но я не хотел бы. Вот. Я просто хочу отменить эту игру. Событие это дебильное. Питьевое событие. Без матюков никак. Вот ты хочешь его покинуть, вот это вот нахер, вот эта вот гонка, и тебя просто выкидывают обратно. Минус вам, Ubisoft. Это говно, короче. Давайте нахер сделаем, уделаем. Кого их, в принципе, не знаю. Пока мисс меня уделывают. На этом отрезке очень легко разбиться. Здесь вслепую. На первом этапе гонщика ждет прыжок вслепую. Вот это приземление. Гонщик готовится совершить очередной прыжок веры. Ширина пути почти совпадает с шириной квадроцикла. Здесь нужно быть предельно осторожным. Бляха. Куда мне ехать? Время вышло. Там... Блять, ну вот просто...
Просто. Охрененная гонка. Вот это зрелище! Просто фантастика! На этом отрезке очень легко разбиться. На первом этапе гонщика ждет прыжок вслепую. Нахрен я это принял, вот, прыжок, кончик. Прыжок веры, гонку веры. Похоже, все в порядке. Блядь. Кадил. Так, а если я хочу загрузиться, где там с точки контрольной есть, я нахуй не хочу это проходить. Меня заебут. Да, я не могу пройти, но он мне нахер не надо. Так, где мне здесь загрузиться? Последние точки хранения. Да ну нахер. Выйти. Отмену сделать. Отмену, блядь. Охрана. Это просто надо... Считай, сколько уже, 10-20 раз я его проебал, короче, все. Так, не спеша, едем, короче, и я... На этом отрезке очень легко разбиться. Ага. Он даже не напрягается. Конечно. Прыжок вслепую. Ну да. Получилось. Гонщик готовится совершить очередной прыжок веры. Ширина пути почти совпадает с шириной квадроцикла. Я сейчас пойду напьюсь чаю. Сахаром, если я выиграю здесь. Как это истекло? Как это? Я же доехал. Он даже не напрягается.
заебанный транспорт. Нахер. Блять, надо будет посчитать, когда видео снимется, сколько, 20 или 30 раз я уже буду переигрывать, но и не буду вырезать. Не хочу это рендерить, это сильно долго. Да и пусть люди видят, как оно проходится. Хуёво. Не повторяйте моих ошибок, не беритесь за эту гонку. Я ж, блять, не в гонке решил играть. На этом отрезке очень легко разбиться. Я хочу вообще-то сражаться. Far Cry играть. А мне куда хуйню здесь впарили. На первом этапе гонщика ждет прыжок вслепую. Вижу. Вот это приземление. Гонщик готовится совершить очередной прыжок веры. Пуски туннелей и тому подобное. Пути почти совпадает с шириной квадроцикла. Похоже, все в порядке. Да. Здесь нужно быть предельно осторожным. Блять, упал. Сука.
Отмена задания, ну и нахер, короче. Так, отмена задания. Это выебываться очень сильно долго. Тут есть такое. Вертолет, ты мне нужен. Так, ну тогда я не буду туда наверх лезть. Нахер оно мне, короче, всрался туда. Наверное, я сейчас... А здесь где-то приземлюсь. Там чуть дальше. К машине подойду. Буду на этом видео закруглять. Все. Все. А я сразу не заметил, что задание можно было отменить. Ну, повыебывался, позаебывался. Сядем. И на этом будем прекращать, ребята, этот видосик. А продолжать будем уже в следующий раз. С вами был Мавик. С вами будет Мавик. И увидимся. Всем пока-пока.